Более того, он в квалификации отработал, ну, по крайней мере, по оценке, лучше, нежели Донован. Как получится сейчас, ну, он, кстати, кандидат будет тогда на золотую медаль, между прочим. Ну, как сегодня мы видим, они сегодня сыпятся все с коня. Так сложно предугадать, как он делает. Пока неплохо он тут не работает. И вот он, когда делает, обратите внимание, именно просто увидел совершенно фантастическую вещь. Он когда делал круги на одной ручке, посмотри, как он ставил кисть. Одинаково. Параллельно. Вперед. Угу. Обычно одна рука разворачивается, левая. Ну, кстати, я считаю, что он выиграл. Ну, так, между нами, поскольку всю комбинацию прошел от начала до конца, если он круги снимает.